Привет, ребята! Итак, начало истории. Мы в Египте, наш номер 2123. Вот по этой лесенке мы сюда поднялись наверх. Тут все так красиво. И сейчас постучим в наш номер. Хозяйка, открывай. Привет. Анюта, привет! Показывай хоромы. Привет. Давай сразу с ванной. Давай, проходи. Что здесь у нас в ванной? Здесь у нас все как положено, полотенчики, весы даже есть. Где весы? Вот. Точно, надо замерить свой вес до и после. Да. Так, есть фен, все очень красиво, унитаз, биде, душ, все как положено. Супер, пошли дальше. Здесь очень тепло. Я не знаю, это, наверное, для чемоданчиков. Наверное. Положить чемоданы сюда. Так. И это наш огромный, гигантский номер. А шкаф у нас какой? Шикарные кровати. Покажи шкаф. А тут света нет, он поярче сделать. Короче, у нас тут целая гардеробная комната. Огромная ниша, куда мы спрячем все наши вещи, чтобы был порядок в комнате. Показывай дальше, что здесь красиво. Какие шикарные постели, они так и манят. Зеркало. Так. Телевизор. А ты покажешь нам, что там спрятано с навеской? Я пока покажу, что нам подарили вот такую брошюру со всеми участниками конференции. Так приятно видеть себя прям в начале, буквально фокусируется на первых страничках. Нет, не так. Сейчас тебя научу, как открывать. Ребята, смотрите, творится история. Закрой туда, толкни на меня. До конца. Здесь просто так не зайдешь. Видите, как надо открыть, а теперь тяни в сторону. Супер-система. И вау! И у нас огромная, красивая лоджия. А тут света нету на ней? Должен быть свет где-то. Я пока не наблюдаю. А самое главное, тут плетеные креслица. Вам еще днем покажем. Смотрите, какой вид. Тут бассейн, пальмы, такая красивейшая территория, зеленая, боже, как круто. Анютка, ну как твои первые впечатления от Египта? Супер. Вообще клево, никогда не была нигде, даже на море не была, а тут такая возможность и сразу Египет. Анют, а как тебе полет на самолете? Не страшно было абсолютно. Да что ты, да. Понравилось? Я чувствовала себя, в принципе, нормально, да, здорово все. Отлично. Все супер. Ну, погрузись на креслице, как тебе там будет сидеться. Супер. Класс. Темновато, конечно, так, ребят, но завтра... с тобой сидеть вечерами. Да, долгими зимними. Да, пока у ребят зима везде, мы здесь будем кайфовать. Завтра нужно будет рассмотреть, что это за фрукты висят красные на дереве, видишь? Да, может быть, это цветочки. Я не знаю, что это. Цветочки, акация. Завтра днем все снимем. Ребята, пока. Первый репортаж закончен. Пойдем искать пищу. До встречи. Пока-пока.